Йоу-йоу-йоу, ребята, всем пламенный привет, у микрофона, как всегда, Рамзес, и сегодня я не один, со мной сегодня Сноки. Сноки, поздоровайся. Всем привет, друзья. И сегодня у нас новая рубрика, задание от меня, от Сноки, будем выживать, поэтому, думаю, получится интересный, крутой видеоролик, усаживайтесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра, но мы, в принципе, начинаем. Перед началом можете посмотреть цены на привилегии, то есть випку, админку, боссу, все продается через онлайн-сайт kiberrien.com, заходите, играйте, кто хочет, покупайте. В общем, у нас остается 10 секунд, что мы делаем? Пытаюсь спасти, да, я пытаюсь спасти, сейчас, вот, а что это за кролик бегает, ё-моё, снеговик, меня убили. Черная дыра засосала. В общем, так, сейчас. У нас три. У нас, получается, сегодня два задания. Мы сегодня с Рамзесом вот вместе снимаем видос и снимаем задание. Первый у нас сейчас ты делаешь нас демонами, меняя себя. Вот, и мы кто больше килов сделает, тот все. Зарабатывает погнали. Один балл. Погнали. А второй балл мы разыграем уже в следующем раунде, и вы поймете, что мы вообще хотим с этих получить. Да, да, так, да. Ты сколько? Так, ты уже начал убивать? У меня 8, у тебя 6, у меня 10 уже. Так, подожди, я просто пытаюсь найти человеческую жизнь какую-то. Это мой! Мой! Да нет, блин, пальма! А, стоп, они умирают безответно, они потом не воскрешаются. Да. Надо спасти хотя бы одного от жизни. Не дать ему жить. О, пойди сюда ко мне, дорогой. А мы можем вот так окружать их, и кому-то повезет, и кто-то черкнет. Да, допустим, мне, потому что... А, я его... Что, я ударился об него? Но не спал, не убил. У нас 12. Так, вот он, иди сюда. Иди ко мне, моя дорогая. Тушка. А стоп, он не умер? Да, блин, он прыгнул. Мой парашютик, да срежу. Так, да иди сюда. Изи, так, умер. Хорошо. Ну, а в смысле, ты его убил? 12 на 4. Ах, опасно. Опасно, я не должен проиграть. Мы должны... Но здесь за зомби 2 килла считается, вместо 1. Так. Мой Венам, иди сюда. Я не могу. Блин, достать. А нельзя топором кинуть в него? А не, у дьявола нет. А есть функция, типа, кинуть камнем, еще что-то такое, типа. Сесть на расстояние, не знаю, заколдовать его. Сейчас донатеры тупо остались. Блин, меня отвлек этот снеговик. Так, все, у меня есть тактика. Так, и в следующем раунде, друзья, сразу же сходу делаем себя выжившими. И вот на выживших будет. И кто посложнее. Первый убьет? Да. Ах, слушай, они хитрые, у них функции интересные. Да, 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 да. Я говорю, сейчас с донатеров будет посложнее. Да! Стоп, я по нему ударил, он выжил. А у него, может, буст-комплект вот этот взял, помнишь? Все, я убил его. Да, я донатера забил. О, мы выровнялись заодно. Так, да. Есть еще какая-то способность, как-то можно прокачать еще босса? Не, дьявола пока что нельзя. Так, это дьявол, да, получается? А почему я ведро на голове не вижу от первого лица? Я не знаю. На третьего же у него ведро торчит. Да. Так, блин, ну давай, надо быстрее убивать. Он там на машинке какой-то еще. Он с собой какую-то фигню взял. О, нифига, она стреляет еще. Робот какой-то за спиной, да, у него. Кибердрон, да. Опа, все, подлет прям сработал, хорошо. Блин, мне нужно килл. Ну я одного донатера уже такого прям хорошего, толстенького прям съел. Вот, еще одного осталось добить. Ну мы вдвоем не блин, можем. У них... Мы вдвоем ничего не можем сделать. Он невидимый взял. Я завалил кого-то. Но невидимку да, блин! Завалил. Невидимку убил? Опа, этого черканул. Почти, я почти. Да блин. Так, ладно, все, ХНС способности так, свои. Так. Распрыжечки, доу-джампы, банихоп-джампы. Ну, три человека осталось. Если ты сейчас убьешь хотя бы одного, то уже, скорее всего, ты выиграл, потому что по счету уже не выровняем. Но я еще могу добить. А я могу стать невидимым? Не. Ну они уже где-то некоторые по нычкам спрятались, потому что я их не нахожу. Я вот сейчас в окружную бегаю, не могу найти. Один, два вижу человека. Ну ты нычки знаешь. А как в зеленую комнату попасть? Оп. Я первый об этом подумал. Скажи мне, я просто не знаю, как в нее попасть. Я просто не понимаю, в какую ты хочешь. Ну, в там, где гранатки. Ну вот смотри, вот два донатера тут бегают. Их можно завалить. О, пытается еще убить нас, получается. У него получится это вообще физически? Так, ну у меня 130. Она автоматом. У меня, ну, что-то так же. Тащите. Стоп, а им сколько осталось времени? Они... О, вот я в зеленой комнате. Минута. Стоп, если они выживут, то они выживут, получается. Да. Типа...
Так, ну они слишком высоко прыгают, но это ерунда какая-то, ё-моё. Ну... А один где-то заныкан игрок. Какой-то игрок один заныкан в какой-то нычке, только я вот понять не могу в какой. Я не знаю, какие вообще есть нычки. Я сам не понимаю. Два донатера бегают, вот я их вижу. А где третий спрятался, я без понятия. А вот, я вижу его. А как туда попасть, пацаны? А где, 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 где? А не скажу, а не скажу, так. Вот, мне и так не знаю нычки. А, ты здесь? Стой, я не знаю. Стоп, я там только что был. А как? Подожди, можно же как-то попасть туда? Подожди, ты уверен? Да, ты куда полез? У нас 30 секунд, иди добивай. Подожди, можно же как-то. Где, где, ты о чем? Клетка там. Вон там в конце сидит, только там я не знаю, как забраться туда. В самом конце. В самом-самом конце. А, типа в этой? Да, в самом... Получ... Вот там. В колбе, да? Да-да-да. Туда хоть посмотреть успею, может. Короче, пишут пацаны уже, 1 плюс 1 равно позор. Все, так, в этом раунде, получается, я выиграл. У меня на 1 килл. Да-да, но мы... Ну, мы... Давай. Так, так, выживший... все, так, ты выживший, да, и меня теперь выжившим. Все. Так, стоп, дай хотя бы спрятался, ты хитрый. Все, так я тоже влетаю. Так, запомни. А как прыгать? 16, 14, ну, типа дабл прыжок. W. За мной сразу полетел самый жесткий зомби. Так, а я пока буду килл пытаться сделать что-нибудь. Подожди, подожди, а как прыгать? Я к тебе, чтобы нас обоих мочили. Да, не падай. А, они бешеного зомби берут, так. Надо АФКшников, пацаны, надо АФКшников валить. АФКшники где? Надо я добивать Рамзеса, которых он будет гасить. Так, у меня 7000 хп. Так, я, наверное, сейчас один килл сделаю. Давай, давай. Подожди, изи. А как сделать килл? Один, а я с ножа, я просто с ножа убиваю. А, с ножа убивать можно? Да-да-да-да, я один килл пока что сделал. Запоминай. Так, у меня 1-0 пока что. Я не буду пока ничего говорить, пока не убью. О. Где он? Он где-то здесь вот был. Этого. Да сдохни ты. Давай, я давай, походу в заднице. Мне выбраться не вариант. Шесть. Он еще и ушел. О, все. У меня 200, я убил одного. Да, и я еще одного. 2-1. А что-то. Как мне выбраться? Я не могу выбраться. А да выведи. 2-1 пока что. Я из такой сейчас вылез. Не буду говорить из чего. А, так, еще и зомби за мной все бегут. Так, мне нужно срочно за тобой. Ты наверх залез, я понял. О, ничего, я высоко прыгнул. Так. Иди сюда ко мне, дорогой, сколько у тебя хп? Опа, это ты мой. Это надо, ты надо мой? Килл, надо килл, надо килл. Я за этим зомбаком. 3000 хп. Еще убил. Так, 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 так. Давай, 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 быстренько, быстренько, быстренько. Так, секунду, да, меня ревенанты окружают. Изи, так, 3-1 счет пока что у нас. Еще один. 3-2, я двух убил. 3-2? А, еще я один сделал. 4-2, значит. Еще, 4, подожди, 4-3. Да. 4-3? Так, подожди, 4-4, 4-4. А я еще одного убил. Как 4-4? Я еще одного убил, сейчас еще одного убил. Еще одного убил, 5-4. А, блин, 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 блин. Так, опа, 5-4 опа. Счет. Все, я еще одного убил. Сколько? 5-5. 5-5. Я твик добивать пришел. Так, 5-5. А где ты? Мне нужно твоих тоже черкать, чтобы... Иди сюда, я где мясо просто. Самое жесткое мясо. Ну блин, у зомбоков по несколько тысяч хп. Так, 5-5 счет, правильно? Да. Так, давай-давай. Да, уйдите, 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 меня так, снова 6, затащили. 6-5. Меня окружили зомбаки, у которых по 25 тысяч меня убили. 6-5, все, 6-5. Ты выиграл. Да, меня я убили. Выиграл. В общем, друзья, все, 2-0 получается. Третий уже смысла играть нету, потому что и так я выиграл. Вот, если хотите такие же крутые видеоролики с выполнениями заданий, там разные рубрики со Сноки, вот, чтобы было веселее и интереснее играть, обязательно заходите, играйте на сервачок, пишите об этом в комментариях, что хотите новых рубриков. Будем вместе со Сноки играть и снимать. Вот, также ссылочку на канал Сноки все в описании найдете. Вот. И Рамзеса тоже. Да, вот. Видосики будут выходить почаще, поэтому пишите комментарии, много-много комментариев. И будем, в принципе, продолжать. Цены на привилегии у вас еще раз на экране появились. Кто хочет, может зайти, купить и играть вместе с нами. Но на этой чудесной ноте будем с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рамзес и Сноки. А, вот. Всем пока, пока-пока, друзья. Пока-пока, друзья. Большое, Жур. Да, всем увидимся в следующей серию, в общем. Пока-пока. Давайте, давайте. Пока-пока.